Ну, долгожданная победа, уже сказал корреспондентам, и для нас, для болельщиков, для республики, не знаю, для родителей, для, не знаю, для всех, в общем, долгожданная и такая важная, потому что нам нужны все очки. И нужно настраиваться на следующий матч, этот матч уже забыть, все, мы выиграли, да. Следующий матч будет еще важнее, потому что если мы выиграем, там уже как бог даст, так получится, но нам обязательно нужно выигрывать. В психологическом плане вот давили эти 9 поражений вообще как? Честно, сегодня как-то все забыли, потому что понимали, все уже проигрываем, до свидания, домой летим, каждый там по домам разъезжается, не хочется пока об этом думать, поэтому все настроились на игру и забыли обо всем, о всех давлениях, поражениях, потому что игра была сегодня, здесь, сейчас. С Казани мы всегда играем, в принципе, хорошо, и мы понимали, что можем их выиграть, и собрались, сконцентрировались, и так выиграли. Удачно начали матч, была ставка на активное начало? Да, как-то так не было заострения на этом. Просто договорились играть концентрированно, надежно, назад дорабатывать, а в атаке как получится, импровизация, в принципе, как мы всегда играем, просто в обороне надо чуть по центральную зону, потому что они хорошо раскатываются, и разбирали много, и акцент был на этом, чтобы центральную зону разобрать полностью, и это у нас получилось. Вы вернулись из сборной с капризом. Как себя чувствовали сегодня? Первый период тяжело было очень. Играл короткими сменами, потому что вообще 2 шага делаешь, ноги встают, и уже понимаешь, что все, надо меняться быстрее. Так усталость накопилась, конечно, немножко. Но опять же скажу, что у нас народу и так нету. Нужно то, как может, на одной ноге, на двух уходить, не знаю, там без рук, без ног, потому что уже отступать некуда, нам уже попадать в плей-офф.